Сегодня глава Коми Сергей Гапликов в эксклюзивном интервью нашей программе прокомментировал идею создания на федеральном уровне централизованного органа по развитию Арктики. Напомню, эта тема звучала накануне на встрече руководителя региона с сенатором Валерием Марковым, представляющим Коми в Совете Федерации России. Собеседники высказали уверенность, что будущее Арктики за реализацией крупных инфраструктурных и транспортных проектов в случае их исполнения Республика Коми претендует стать крупным стратегическим транспортно-логистическим центром. И сегодня Сергей Гапликов отметил, что для реализации проектов не всегда достаточно усилий одного региона и даже целого федерального округа. Глава Коми уверен, что есть все предпосылки к созданию на федеральном уровне Министерства Арктики для более эффективной работы в решении многих инфраструктурных вопросов и социально-экономического развития опорных территорий. Реализация политики, отработки всех механизмов, решение вопросов, связанных с концентрацией усилий, конечно, на мой взгляд, все-таки должна включать в себя определенный орган федеральный, как, к примеру, там, Дальневосточный орган, либо Министерство по развитию Дальнего Востока, Министерство по развитию Северного Кавказа. Еще раз говорю, это прерогатива федерального уровня, прерогатива президента, правительства Российской Федерации.